У нас сеанс на 8:30. На самом деле, нужен себе. Наш идет красно-синим. Ну, меня же видно, я... Сейчас спойлеры все бахнут. Итак, всем доброе утро. Сегодня 15-е. Наконец-то. Это значит, что сегодня мы идем на Человека-паука. Я уже сегодня не заходила ни в какие соцсети, но только в Инстаграм зашла. Утром, когда проснулась, проверила там все, что мне надо было. Сейчас в Инстаграм сделаю пост и все, вообще не буду никуда заходить, потому что Агус пришел со школы только что, Ника только проснулась, и они все заходили в ТикТок, в Инстаграм, и все говорят, что там... Уже куча спойлеров, как и ожидалось, в принципе, потому что самые первые сеансы были в 11-12 часов. У нас сеанс на 8:30. Это, по-моему, предпоследний сеанс. После нас, по-моему, еще на 10 или 11 есть. К вечеру, я уверена, вот сейчас, возможно, еще не так много спойлеров, но к вечеру их будет просто дохренище. Я уже вчера во всех пабликах читала, что если вы не хотите наткнуться на спойлеры, то уже не сидите в Инстаграме, в ТикТоке и нигде больше. Сами актеры уже по нескольку раз я натыкалась на видео. Вот, знаете, такая подготовка на каком-то, знаете, таком серьезном сверхуровне, как будто, я не знаю, какая-то... Что-то, в общем, супер-пупер серьезное происходит. На самом деле, это очень серьезно. Потому что это фильм от Marvel, и узнать от него спойлеры, это очень ужасно, понимаете? Увидимся, наверное, вечером. Потому что я не знаю, что я буду снимать. В общем, увидимся на примере фильма. Пока! Это Ника. Она сидит и издевается надо мной. Даша идет в красно-синем. Снимайте на камеру. Я люблю Тимати Шалама. Оу, щит! Красивым. Я его признал. Она такая... Нет, все. Ты признал его красивым? Ника говорила спойлеры, но так как они все неправдивы, я все солить не буду, поэтому вот вам нарезочка смешных моментов. Ты хоть поставил, чтобы я себя видела, что ли? Качество тогда плохое будет. Прекрасно. Любуйся собой. Хочешь зеркало спасать, что ты делаешь? Нет. Улыбайся. Я сейчас спойлеры все бахну. А ты включила уже? Ты хочешь написать мне сценарий? Ты мне сценарий? Ты прям сможешь сама все рассказать. Лучший сценарий. А воду мне просто? Нет, это моя. Ладно, ваша. Нет, все. Очки можно? Господи. В нашем доме только Даша шизофрения разговаривает у камеры. Это очень странно. Well. Боже, как странно. Apple материала придется брать. Ладно, не буду. Извините. И нет опыта разговаривать с камерой. Прости, Даша. Я просто... Ой, если умрет Человек-паук, Даша этого не переживет. Просто вот не переживет. Я уже представила, как Даша ходит 2 недели. Какой 2 недели? 2 года минимум. С ужасным настроением. Она так ждет этот фильм. Она прям считает дни до него. Ну не тут-то было. Все будет очень плохо. Мне кажется, я буду это выносить. Чего я ожидала-то? Ну ты тому видишь, как я... 12 минут. Даже не по списку твоему я говорила то, что думала. Ну сейчас уже 7:30. И мы выходим. Итак, перед тем, как включиться, зашла в интернет и набрала запрос, типа, сколько сцен после титров в Человеке-пауке, да. И слава богу, я это сделала, потому что я думала, будет одна, я думала, только в Вечных было какое-то исключение странное. Оказывается, нет, их 2, и знаете, что самое прикольное? Что этот вопрос в Гугле самый или один из самых популярных. То есть я набрала сколько сцен, и мне сразу вылезло после титров в Человеке-пауке. Вот так.
Вау, какая красота, вау. Мы уже почти дошли. Видите, там стоят все. В туалет сходили. Такая музыка классная. Все, пошли, мам. Твой финальный вход. Спасибо. Блин, не видно. Что? Не видно, что такое смещение? Сейчас горло сорву тебе. Так поздно, что выходим. Несколько раз он на меня поворачивался. И такой, ну, меня же видно, я его не вижу, а меня же видно. Я, ну, знаешь, я специально на него уже таким взглядом смотрю, типа, ты еблан, что ли? Он такой... И повернулся, и даже, ну, потому что они когда толпой ведут себя как живые. Да, 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 да. Знаешь, они выпендриваются вот это вот друг перед другом. Фундуком в лицо. Может, она от себя открывается? Хоу! Столковые девочки. Ну, извините. Помашите в камеру. Помашите. Итак. Итак. Доброе утро. Здравствуйте. Сегодня 17-я пятница. Прошло уже 2 дня. С того дня, после того, как мы пришли домой, я уже не стала ничего снимать, потому что было очень поздно, и у нас дома уже все спали. А вчера мы ездили... Сори. Все опять выключилось, блин, и, в общем... Итак, мы пришли в торговый центр, и мне кажется, все говорили про Человека-паука, потому что, ну, либо я это для себя слышала, либо я не знаю что, но просто, мне кажется, все говорили. Вот особо мне запомнился мужчина, который ходил по телефону очень громко, он разговаривал, он такой говорит, типа, да, фильм супер, я на него завтра иду, там мне, типа, сказали, что там просто огонь и так далее. Впервые, наверное, за все время, что мы ходили сюда в кино, был полный зал, даже несмотря на коронавирус, были заняты почти все места, многие себе купили места с краю, но пересели в центр, в общем, как обычно. Я, кстати, всегда мечтала попасть на фильм Marvel на полный зал, чтобы, знаете, вот эмоции, как показывают в ТикТоке, в интернете, как, знаете, типа, сидят, они прям аплодируют, как будто они смотрят какой-то документальный фильм про войну или что-то того. Ну, без приятных моментов. Впереди нас сидела компания парней, которые просто весь фильм болтали, несмотря на то, что им делали замечания, они все равно болтали, комментировали просто все подряд, жали как ненормальные, еще и мусор после себя оставили. Сидели прям перед нами. Сам фильм, просто фильм 10/10. Мне очень понравилось. Там просто были настолько эпичные, крутые моменты. У меня реально были мурашки на моментах. Я думаю, просто у всех. Даже Ника говорила. Что мне понравилось в фильме, там не было вообще ничего лишнего. То есть все было по теме. Я даже не заметила, как прошли эти 3 часа. Все было интересно, все было по теме. Все было такое, прям, знаете, только в меру. Сколько должно было быть, ни больше, ни меньше. Сам фильм был очень грустный. Такой, знаете, после фильма какое-то непонятное ощущение. Мне концовка очень понравилась. Грустно, да, печально, но мне кажется, сделали так, как должно было быть. Завершили историю Питера Паркера. В общем, в целом, мне очень понравился фильм после «Мстителей». На все фильмы, которые мы ходили, я все время себя, знаете, чувствовала какой-то такой фанаткой, все время жалела, что я не попала на предыдущих «Мстителей», и что я на «Мстители финал» пошла, когда я не была фанаткой, и, соответственно, все, что произошло, я просто сидела и такая... Что происходит? И когда фильм выйдет еще раз в прокате, мы 100% посмотрим, потому что Ника сказала, что она еще хочет посмотреть, и я еще хочу посмотреть. Что-то еще хотела сказать, но уже не помню, поэтому буду заканчивать этот влог, садиться и монтировать сразу. То есть быстро выпустить, чтобы не было ничего лишнего. Кстати, уже 3-й раз записываю это. Потому что у меня руки с одного места растут, и я не могу с первого раза ничего нормально сделать. Поэтому да, спасибо, пока.